А теперь о главном информационном событии этих дней. Будущее классических СМИ в условиях новой цифровой реальности, роль медиа-сообщества в информационном противодействии распространению коронавирусной инфекции и блогинг как средство социальной и политической коммуникации в дагестанском сегменте. Эти и другие темы были в центре внимания участников форума СМИ. Все проходило в историческом парке «Россия. Моя история». Здесь работали несколько дискуссионных площадок. Прошел также круглый стол, посвященный СМИ на языках народов России, а также их сохранению. Детали у Лианы Парчоевой. Будущее классических средств массовой информации в условиях новой цифровой реальности. Как сделать региональные новости вкусными и интересными для федеральных СМИ? Эти и другие вопросы обсудили дискуссионные площадки во второй день работы форума представители медиасообщества. Важно встречаться, общаться, обсуждать, как много общих наболевших проблем и у средств массовой информации в регионах, и у средств массовой информации на федеральном уровне. И эти, как бы сказать, вопросы, эти вызовы современного мира надо обсуждать, надо искать общие решения и использовать это как новые возможности для роста и развития. Сегодня много площадок, которые можно использовать для подачи информации. И задача СМИ – донести оперативно и достоверно данные, показав объективную картину, говорит руководитель Министерства информации и печати Дагестана Умар Осман Гаджиев. Нам очень хочется узнать, какие тенденции сегодня имеют место быть, как эти тенденции отражены в деятельности республиканских средств массовой информации, какие из этих тенденций мы успешно пользуемся, где есть упущение, и для того, чтобы скорректировать, исходя из всего сказанного, создан этот форум. Обсуждали в рамках форума продвижение СМИ в социальных сетях. Сегодня именно эта площадка становится передовой по распространению информации. Поднимали проблемы сохранения родных языков и, конечно, обсудили одну из самых актуальных тем – роль медиасообщества в информационном противодействии распространению коронавирусной инфекции. Лиана Парчуева, Юсуп Газиамаров. Время новостей.